130 лет со дня рождения Даута Юлтыя. В честь юбилея великого писателя, журналиста и общественного деятеля в Музее истории Уфы прошла встреча, которую посетили особые гости. В зале музея собрались ценители творчества Даута Юлтыя, музыканты-лицеисты, наизусть знающие его главные произведения. Среди гостей оказалась и внучка великого писателя Наиля Юлтыева. Как старшая из родственников башкирского деятеля, она продолжает хранить его память и передавать ценнейшие черновики, письма и реликвии потомкам, как это делали ее родители. Все восстанавливали, жена особенно, по крупицам, сделали огромную работу, напечатали книги, переводили книги на русский язык и проводили юбилеи, благодаря чему о Дауте Юлтые узнали, конечно, простые люди в Башкирии. Наиля систематизировала материалы о Дауте Юлтые, собранные его детьми, в большую книгу на русском языке и альбом с фотографиями, который вручила Музею истории Уфы. Но это далеко не все, что еще предстоит сделать. Даут Юлтые остается знаковой фигурой для башкирской культуры, чье творчество необходимо передавать новым поколениям, школьникам, студентам и искусствоведам.